Здорово. Новенький? Марк Джеймс. Это Кевин, Джексон, Тайлер и Макс. Здорово. Привет. Джон. Очень приятно, Джон. Ты откуда? Из Санта-Фе. А, Нью-Мексико. Футбол играешь? Футбол? Ну да. Нет. А что тогда? Бейсбол? Баскетбол? Пинг-понг? Нет. Ясно. Да не парься ты. Надо же кому-то из трибун свистеть во время матча. Слушай, если кто наедет, давай сразу к нам. Защитим. Буду иметь в виду. Удачи, спортсмен. Глядите, кто идет. Чего испугался? Давай, осторожней. Ты че скейтборд роняешь, а? Балда. Уроды на свете. Спасибо. Привет, пришелец! Прием! НЛО упал! Итак, не, сейчас забыл, смотри. О, мама пошла! Ты как, живой? Недоноски. Эй, новенький, пасанешь? Что творишь? Сам тут. Вообще уже? Ты как? Отстань. Знаешь, дело не мое, конечно, но ты был неосторожен. Ты о чем? Вся школа в курсе. Марк Джеймс и его дружки на тебя зуб точат. Сара с виду одна из нас, но она с ними. А, так дело в Саре. А ты думал, кто приблизится к ней, тот для него враг. Кто же это сделал? Да, действительно, кто? Да оставишь ты меня в покое! Ну давай. Хорошо вчера погулял, Джон. Видишь ли, в футболе, в общем-то, нужны три вещи. Мышцы, точность, но прежде всего нужна интуиция. Она мгновенно сообщает, когда есть угроза. Вот я при нашем знакомстве к ней не прислушался. Молодец, Джон! Разумно! У тебя, я вижу, с интуицией все хорошо. Видали? Припомни!